Hey, yo, guys, вы Мишеньки, и мы продолжаем проводить игру под названием Borderlands DLC про Robot Revolutions. В прошлой серии мы убили какие-то охлаждающие системы, и мы отправляемся на склад, чтобы найти какое-то устройство, которое, скорее всего, остановит железяк, но это не точно. Так... ФПС подводит, ну... Ничего. Скоро Снейк. Ну, мне кажется, там какой-то большой слишком полигон. Если так посмотреть со стороны, да? Да. Здесь что-то будет крупное, здесь что-то крупное будет. А мне нужно попасть а что-то. Так, это чисто пустыня, да? Мне наверх нужно. Идемте наверх. Какие-то работы... Ага, классно, классно, да-да-да. И что вы мне предлагаете? Здесь я не поднимусь. Спуститься вниз. Не вариант. Отсюда тоже не вариант никуда не пойти. Ладно, пойдем по прямой. Или нет? Там уже из земли хрени повылазили. Пойдем там, где более-менее их. Ну, водичка. Так, мне, во-первых, нужно понять, куда мне так пойти, чтобы меня там не грохнули. Понятное дело, что сюда, по этой стороне, то что больше некуда. Главное, что они не нападают на меня. Нифига себе. Что я нашел? А что я нашел? А что я нашел? А я склад нашел. Дерьмовый склад. Увы. О, там еще сундук. Ловушка ли? В принципе, не похоже. Ладно. Блин, я хочу начать Skyrim, но для Skyrim мне нужно скачать именно лаунчер, потому что у меня скачался обычный Skyrim без лаунчера. А без лаунчера это фигня. Я хочу поставить некоторые моды и с модами играть в Skyrim. Там есть довольно... Нет. Не хочу, не хочу я с ними драться снова. Нет. Я понимаю, что вы будете сейчас бесконечно вылазить.
Поэтому не хочу никаких проблем. Можешь вас просто вручную пинать, да и все. Сейчас робо-мародеры еще начнут на меня налетать. Ну все, все, собирается, собирается банда ихняя. Давайте, начинайте полет на меня. Давай, на тебя тоже хватит. Громовержца моего. Ладно, пускай перезаряжается и пойдем дальше. Довольно опасные у нас райончики. Вторая часть будет повеселее, более динамичнее, потому что там... А я даже не знаю, за кого я там буду играть. Но я не хочу туда идти. Там гнездо этих тварей. Можно попытаться на обход пойти. Но довольно долго будет. Ладно. Так, справимся. Так, конечно, туда сторону нужно. Но это только по одному пути. Только так. Ну а быстро я это сделать не смогу. Хотя... Нет, там овраг, я там просто упаду. Меньше перестрелок, я просто пробегу, да и все здесь. Надо, чтобы эти твари не повылазили из земли. Классно. И что, и что? Да я вас понял, все, до свидания. Хотела же. Ну, блин, а почему все так вышло? Хотел по-безопасному все сделать, да и все. Нет же. Хочешь по-короткому, хер там. Иди по-длинному. Ну не факт. Ну не факт, что я там пройду. Да, классно. Нет, тихо. Давай тебе. Классненько. Пора бить морду. Да, пора бить морду. Не очень с меня прокурист. Где точность? Чего?
Только не говорите, что у вас бесконечно. Ладно, вы отъехали. Так, берем тяжелое орудие. Держу в курсе. Ясно. Как говорил, держу в курсе. Ой-ой-ой. Так, а что у нас против электро есть? Кулаки, вы где? Я так сдохнул. Да, нужно только чисто физически убивать их и все. По-другому никак. Вы меня бесите, знаешь? Вот у меня сейчас опять откатится, то бишь фана. Червь. Ох, сам напросился. Ну! А знаете, какие вы... жесткие. Так что у меня хотя бы за пушка там? Мощный дробовик, ну что-то он вообще не мощный. 13 минут я вот этот овраг проходил. Вы издеваетесь. Это жопа. Это просто жопа. Тяжелая жопа. Еще один. Не вижу. Можно я просто убегу, да и все. Я понял. Просто бегу, не останавливаясь. Просто бегу, не останавливаясь. Бегу до следующей сохранялки. Делаю ворота. Я молодец. Бегу, не останавливаясь, это пиздец. Вижу точку сохранения. Мне все равно. Все, все. Я свободен.
все осталось за малым. Теперь осталось понять, что мне делать с этими. Животные. Сейчас будем по одной уничтожать. Мне пуль не хватит. Я точно помню, их там было 3, нет? Ладно. Так, сюда. Ревик сюда. Пробегаем среди коек. Так, хорошо, куда теперь мне подниматься? Ну нет. Тише. Если нужны лекарства, подходим и берем. Тихо. Вы все умные такие, в спину нападать. Так. А, побежали. А, не, патроны нужно взять. Сорян, но мне патроны нужны. Так, снайперки. Все достаточно. Так, я здесь сохранился. А, ключ сработал. Солдат, передай своей команде, чтобы захватил, когда я держу победу. Стойте, где я? Что случилось с хранилищем? Откуда эта дырка? Стелы. Эй! И как вы мне предлагаете ее грохать? Чем? Пожалуйста, скажите, чем вы мне предлагаете ее грохать? Come on.
Давай, током, током, я вижу. Ток! Пожалуйста, убей меня, позволь мне умереть с достоинством. Смотрите-ка, да, вот и все. Нихера себе, щиток. Так, а у меня что за щит был? Так, этот намного лучше. Окей. Более-менее, но я убил. Так. Хорошо, где револьвер? И куда мне идти дальше? Все вижу. Все вижу. Но это мы убили. Боску. О! Нашел. Это ты, да? Вижу. Что? У них есть устройство Буки? Неудачники здесь же не так... Розетки? Что значит беспроводная? Дебилизм, короче. Неважно. Пусть приходят, они пожалеют, что связались со мной. Окей. Так, в принципе, next фаза выполнена. В этом хороший сундук я вижу. Сто кусков? Нифига себе. Ага. Здесь по урон будет побольше. Ну, знаете. А ну-ка. 88.09. 88.09, ну у меня больше патронов тут, то сколько стоишь? Не хочу даже брать. Ой, там сундучок, и там сундучок. Давайте уже, если уже здесь, нужно до конца все облутать. И возвращаться. Ой, тут еще тоже сундук. Фигня. Дробашит нормально только на начальной фазе игры, когда дробаш еще сам по себе нормальный, а не фуфло. А не фуфловый. Так, дерьмо. Что у тебя? Двести двадцать, ни хера себе. Сколько ты стоишь? Ладненько, погнали. Теперь мне нужно отсюда как-то еще выбраться, походу, вот по этой лестнице. То, что больше другого способа нету, либо можно, как мы сюда пришли, через низ. Просто бежать, да и все. Просто бежать, а, блин. Да, просто бежим. Тупик. Просто... Червячком бежим. Не останавливайся, просто бежим, блядь, не обворачивайся, просто бежим. Я слышу их.
О, они хотя бы за мной не бегут. Так, там тупик. Ну, твари. Вы что, на меня решили напасть? Давай. Ай. Держу в курсе. Ладно, плевать. Просто бежим и уничтожаем. Вы все равно мне повреждений никаких не наносите. Все, они там около своего гнезда крутятся, пускай крутятся. Вон, крутятся, они крутятся. Защищает гнездо свое. Летим дальше, пускай быстрее перезаряжается. На пистолет пока переключусь. Ага, все. Спуск вниз. Привет, железяка. Тихо. Трусишки? Трусишки какие-то. О, липучая бомба. Так, ладно. Желательно отхилиться, поэтому заезжаю. А, ну все, в принципе. Я добежал. Так, окей. Все, я открыл срез. Там на что-то есть. Ну, в принципе, вниз спрыгнуть. Что мне это лестница? Ну, потом, может быть, если я вернусь сюда когда-то. Может быть. То посмотрим. Блин, ну, сейчас, чтобы опять все эти враги с поезда не повыходили. А то мне придется не сладко. Тартарус. Кстати, он. Ран. Блин, в Borderlands 2 больше контента на самом деле. Потому что там больше DLC. Ну как. Допустим, вот основная игра, да, и DLC про сокровища пиратов. Оно по сути масштабное, такое же, как и оригинальная, типа вторая часть. Потом, допустим, история про. История Тины. Тина Крошка, или как, я не помню точно, как правильно называется. DLC. Но там тоже, допустим, у нас есть довольно много локаций, довольно новые вообще обновленные враги. Welcome back. Да. This is it. The most challenging. То, что надо. А теперь самая главная фаза операции. Ловушка для железяка. Операция ловля железяки. Вот черт, хрен.
Выговоришь, я настроил устройство как надо, а тебе требуется подобраться поближе к ниндзя-убийце Железяки. Использовать его. Удачи и, пожалуйста, заполни анкету, если ты умудришься выжить. Нам важно твое мнение. Окей, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. У нас не почасовая плата, двигайся вперед. У нас последний получается здесь. Давайте тогда туда быстро придем. И тогда там же и закончим. Квестики, ну блин, ну возьму я квестики, что дальше? Ну, я это уже выполнять не буду, на самом-то деле, потому что мне так уже надоел Borderlands 1. Вы не представляете, насколько, лишь из-за того, что у меня крашнули сохранения. Так, и задание. Фаза 4. Так, погнали. Погнали, погнали, погнали. Лего. Так. Лего. Ага, это там, да, у нас получается подъемчик где-то. Блин, и мне, понимаете, фигня в том, что Borderlands 1 снимается только с помощью... как вам сказать... бандикама. Допустим, я хотел бы снимать с помощью OBS, потому что там нету потери кадров, типа вообще без лагов, все чистое, идеально. Но, увы, как говорится, OBS не может видеть игру эту. Просто черный экран, и все. Поэтому как-то так приходится... что-то делать. Голос свободы, ошибка 44. Файл не найден, ошибка 44. Так, мне туда идти, да? Тогда здесь у нас понятно. Включить устройство. Ну, в принципе, по идее, это у нас и все. Давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.